У нас сегодня мы после воскресный день сели вот завтракать. Вот. Что именно сегодня завтракаем? Расскажите, что мы сегодня завтракаем, как? Сейчас. Дело в том, что нас спрашивают. Чего питаетесь? Мяса у нас нету круглый год. Даже сегодня, это не каждый день так. Подарили нам щуки. Кажется, две. Володя сварил пополам. Видишь, как она выглядит? Вот она у него, ободрала на ее. Кроме того, сестра подарила и пришла. Видишь, как? Два мешочка. Повторяю. За щуку мы не платили. А это, я сколько ни говорил, не надо, не надо. Все равно готовят и приносят. О. Вот. Это в фольгу запеченное, видимо, в духовке. Я еще не знаю, что тут есть. Как его распечатать-то не сразу. Тоже рыбная. Притом она это готовит. Ну, когда ни поста у нас нету. Каждое воскресенье. И потом отбиться не можем. Почему? У нее Володя работает на даче. А то выдор мой. Нет, у нас все заработано. Если сестра принесла там блины, 5 блинов принесла, то ей принесли доски, сделали двери, столбы закопали у быков. Это чувство благодарности. Тут дармоедов нету. Вот она. Видишь, как одна фольга, другая. Вот. И все это выступает, видно, сок. Я вспоминаю, у меня дядя был. У меня отец Тихон Дмитриевич, а дядя Степан Дмитриевич. И он говорит, когда раненый был в Первую мировую, у него что-то там, вот где за голенью, и там икроножная мышца как оторвала. Ее как-то приложили, пришили, это Первая мировая была. И он остался живой. Ну и когда лежал в госпитале, в это время пришли сестры там или кто-то и спрашивают, как вы будете питаться, пост будете соблюдать? Он говорит, конечно. А другие, что ты делаешь? Тебя рана такая, заморит. Так нет, говорит. Они мне рыбные, да по разными, разными там то. Они глядят эти, которые там, ну, свинины там дадут или что-то. Так тебя, Степа, кормят лучше, чем нас. Я скажу, да, так. Когда я с Финляндии летел в Америку, а в это время стюардесса подошла и спрашивает, вам подать это все? А подает другим она там, сосиски, там, ну, такое, хорошее все. Я говорю, у нас пост, по-английски я отвечаю, у нас пост сейчас и есть. А что можно? Я говорю, ну что, растительное можно все, там, рыбное. Она отошла, ну, у нас, я знаю, как бы, если я так сказал, она бы сказала, еще дали, то и жри. Не выкомуривай тут, определенно. Здесь не так. Они ушли, две молодые, высокие стюардессы. Одна подходит, земляника мороженое. Орех. И никак, где они взяли, сейчас как помню, орех, кажется, кедровый даже был у них. И это ореховое дерево. Откуда всего? Они к людям, к этим, которые сзади сидят-то, пассажирам-то, два раза подошли, а ко мне 4 раза. Какой-то сок нашли. Подойдут и так улыбаются. Это было в 92-м году. Я как будто сегодня там лечу. Финэйр называется компания. Попутно хотел сказать. У нас тогда на выдане было 2 сестры. Но я решил купить им свадебное платье. А они свадебное платье вот так вот разрезано. Прости, Господи. И там рукава короткие. Я говорю, нужно, чтобы длинное было. И, ну, денег-то нет. Я решил узнать-то. А они уже приняли, что я потенциальный покупатель. Он пошел, пришел и говорит, по-английски, повторяю, в Америке. У нас такого нету, ну ты никуда не уходите. Он сразу, большая книга листает, так, это я был, кажется, в Вашингтоне. Он сразу звонит, Нью-Йорк, у вас там такое есть? Они говорят, нету, мы слышали, в Сакраменто есть такой товар. Он сразу, раз, в Сакраменто есть, так сколько надо платьев? Я не знаю, как вырваться от него, у меня денег-то нет, да я и куда их возьму-то? Я пришел узнать, и я ему не говорю ничего, знаете, я не видел там это, я их действительно не видел. Мне надо посмотреть. Если даже хоть малый разрез, надо же вот как вот ошейник у мужчины, как у мусульманок, чтобы было закрыто все. То есть у них
оно работает. У нас покупает ступка, а в ней пестик. Ступку взяла, пестика нет. Она разговаривает там с подругой. Я говорю, нету пестика-то. А где я тебе возьму? Она сморщилась так, что мне кажется, и шапочка сморщилась. Так вот здесь задумались и принесли. Мы не едим, а вот такое молоко. Это скумбрия. Это скумбрия? Да. А кроме того, вот у нас летом ловили карась. Я прошу чешую не снимать. Почему? От нее навар здесь, холодец, студень получается вот внизу. Если в холоде будет, такое колышется где-то. А снимать это очень легко. Вот так вот раз только задело, оно сразу все это слетело. А сестра мы добавили на выходе. Сейчас я посмотрю, где тут. А где это? Вон она у вас, вон. А, вот она. Давали от наших карасей, а они этих карасей сумели завялить. Вот она еще. Вот этот карась. И вот он какой вяленый получился. В ребрышке хорошо завялили. Подсолено как надо. Итого получается у нас 4 сорта рыбы сегодня. Вообще шикарно. Картошка, самая мелкая, вот мы ее варили, а потом ободрали. Дальше, которая побольше, разрезали пополам и на плите прикрыли противнем, листиком. И в чашке картошка. Это суп, это суп. Суп да. Получается. Ну, здесь, если надо, дальше для давления, вот калина. Да калина, вот еще не выбрана, не перебранная. Повторяю, купленное здесь нами практически ничего нету. Кто-то что-то как-то где-то. Вот так. Вот сегодня у нас такой завтрак. Правда, уже поздно. Собрание прошло. Это у нас сегодня 27 октября. Воскресенье. Кто в гости приехали, оставайтесь там. Там обед у нас идет. Трапезная. А мы дома двое. Не понял, что это вот это. Как какие-то семена. Вот, говорит, что ест. И отзыв 700 тысяч на ролик. Для нас это слишком много, 700 тысяч. Один тут показывает, как в Северной Корее, что едят собак, как едят 3,5 миллиона. Собаку варить ты не будешь, праздно. А у нас, если ролик, и приходит человек, это наши люди. Толкование Иоанна Златоуста. Отдельные файлы Библии. Занятия, утренние молитвы, вечерние молитвы. То есть ролики мало набирают, но просмотров 42 миллиона. Подписчиков 42 тысячи. Ютуб наш «Во свете Библии» называется. Открытым оком Игнатий Лапкин показать. И вот которая идея обеды, нас попросили показать. Вы жрете и жрете, а он каждый раз заходит. Один и тот же ролик. И жрете, и нажретесь никак. Ну как, наш обед дешевый. Не ворованный. Ну, все как положено. И такие отзывы нехорошие. А другие, наоборот, на вас посмотреть. Какая пища у вас простая. Ну да. Простая. А вот у меня... Это зима, сегодня октябрь. Это Володя набрал березовку, березовый сок. Это очень полезно. Березовый сок чистый. Там маленько что-то поднялось. Маленько закисло, наверное. Да, это уже... Ну, вот так вот, будто закисло. Бы все. Сколько, я говорю, сортов у нас картошки и рыбы. Да больше ничего и нету. Да больше ничего и не надо. Садись давай, ешь. Угу, ладно.